Всем привет, друзья, с вами Механик. Сегодня у нас новенькая серия Euro Truck Simulator 2. Я приготовил для вас очень крутую историю. Ребят, как вы видите, я уже не на газели, потому что мою газель, мою пассажирскую газель угнали. И я примерно знаю, куда ее повезли. Сегодня мы поедем с вами в погоню. Я надеюсь, что мы сможем догнать и, самое главное, найти мою газель. Эй, а что это у нас такое? Да это же рубрика Топ Коммент. Просто пиши крутые комментарии и попадай прямо в следующий ролик. Мне просто дали этот КамАЗ, чтобы я доехал сюда. И я планирую взять какую-то легковую машину. Потому что, сами понимаете, на грузовике топить это и невыгодно, и очень-очень долго. Так, включаем поворотник. Нам нужно попасть в салон. Где у нас салон Mercedes? Я знаю, что в салоне Mercedes должны быть легковые автомобили. Самое главное сейчас, чтобы нас вообще выпустили. Поворотник включаем, но... Что-то вообще никто не хочет пропустить. Братишки, пропустите, вообще время не ждет, ребята. Ну... Ребята, а вы знали, что только для подписчиков канала действует уникальное предложение? Вы можете купить любимую игру дешевле, чем где-либо, например, GTA 5. Заходим сюда, и вы можете купить 100% ключ за 599 рублей. Таких цен больше нет нигде. А если вы рисковый парень, можете попробовать покрутить рулетку за 189 рублей, шанс 50%. Испытывайте удачу или покупайте 100% ключ, используя вот этот переключатель. А также обратите внимание, что у нас есть кэшбэк к любой покупке. Накапливайте деньги на своем аккаунте и забирайте игры бесплатно. Торопитесь, количество ключей ограничено. Ссылка в описании. Да ты че, угораешь что ли? У какой, а? Просто реально время не ждет. Надо топить. Тут без вариантов. Включаем поворотник. Сейчас будем пытаться как-то здесь протиснуться. Давай. Пусти меня. Братанчик, пускай. Пускай, братань. Куда? Куда ты прешь? Пусти меня. Ты смотри, что ты делаешь. Ты курица. Пусти меня. Пусти давай. Так, есть. Пустила наконец-то. Так, я в салон Мерседеса, потому что я знаю, что здесь должны продаваться легковые автомобили. Ребят, пока я листаю сейчас, пока я выбираю машины, самое время сделать проверку на реакцию. Успеешь ли ты поставить лайк этому видео за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик, спасибо за лайк. Так, ребята, где же легковушечки у них? Бинго! Я знал, что он здесь. S600 W140 стандарт. Вы понимаете, что кроме кабана, на чем можно ехать в бандитскую погоню, кроме кабана? Других вариантов не дано. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько здесь... 7-литровый V12? Вы что там, с дуба рухнули, что ли? 7-литровый? Это же Брабус 7.3 получается, да? 5-литровый это понятно, что. 6-литровый это кабан. Я беру Брабус, тут без вариантов. Нам надо догонять, нам реально надо догонять. Причем Брабус, смотрите, с механикой идет. Обалдеть. Мы берем, конечно, Брабус на механике. Просто вообще это что такое? Ну и цвет, сами понимаете. По-моему, тут только Black Magic возможен. Black Magic. Хотя он какой-то, если честно, не очень-то черный. Он какой-то хромированный, что ли. Или он просто наполированный такой. Ну, Mercedes черный, ну по-любому. Вот, может быть, чуть такой вот. Других вариантов я просто не вижу даже. Так, что касается аксессуаров, что мы можем здесь? Колеса, если только на что-нибудь другое поменять. Ну, давайте посмотрим, на что мы можем. Штампы есть. О! Это, по-моему, BMW-шные диски, да?
Это чё такое? Это чё за воссаны такие огромные? Обалдеть! Это чё за трактор получается? Не, ну по-моему это смешно выглядит. Слишком здоровые воссаны. Ну, конечно, прикольно смотрится, но они, по-моему, очень большие. Так, что еще тут есть? BBS-ы. BBS-ы, кстати. Ну-ка, BBS-ы. Ну... А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик! Тоже неплохо. Но слишком здоровые, по-моему, они. Ну вот так еще куда ни шло. Вот так еще реально куда ни шло. Так, а задние колеса? Диски-то неплохие задние, но вот... Ой-ой-ой-ой-ой. Куда-куда? Это слишком много. Да... Да чисто трактор какой-то получается. Не, ладно, давайте сток оставлять. Или что тут еще? Разварка. Разварки на Мерседесе видели когда-нибудь? BBS-ы. Не, ну они слишком здоровые, конечно, для него. Он Мерседес не настолько велик для таких дисков. Но с BBS-ами, конечно, неплохо смотрится. Жаль, резины у нас нету под них подходящей. Да, видите, чистая изолента у нас получается. Я бы взял на BBS-ах, но деваться некуда, берем сток. Так, сток. Кста, а вот... Ну, блин, ну вот как-то... Не знаю даже. Нет, все, берем вот такой сток. И здесь тоже такой же сток, S600. Ладно. По сути, больше, наверное, нечего поставить, да, в салончике. В салоне мы тоже особо ничего поменять не можем, ну и пофиг. Так, принимаем и погнали, закупаем его. S600, но у нас даже не S600, у нас Brabus получается, 7.3. Brabus, такой прямо уф. Ставь лайк, если нравится Brabus. Ладно, попробуем сейчас, что это такое на механике. Ядрить! Да чё там за мотор на нём? Мне страшно давить газ. У него тормозов нет вообще. Тормоза очень плохие. Да стой ты! Ё-моё, тормозов просто нету. Давай, заводись. Может, это реально из-за резины? Куда он так? Вы слышите вообще звук? Вот тормоз. Тормозов просто нет. Я быстренько проверю тормозное усилие, потому что невозможно так ехать будет. Так, где дальность рейса? Вероятность осадков. Где же оно? Интенсивность торможения, черт возьми, она прям максимум стоит. Жестко. Да, придется мне... Автоматическое торможение двигателем, да, давайте. Да. Хорошо. Прям по максимуму, просто по максимуму ставлю, что связано с тормозами. Я надеюсь, что это хоть как-то мне поможет, потому что сейчас было очень тяжело ехать. Но тормоз в пол, сами видите как. Но ехать... Обалдеть просто. Ты звук просто космический какой-то. 7.3, ребят. Это 7.3. Чё случилось? Чё случилось? Типа ремень не пристегнуть, что ли? Я не понимаю, что такое? Что мигает? Свет не включил?
Чё не так? Чё он мигать начал? Заводись. Я не понял, чё он вообще... Чё он начал моросить? Низкое давление воздуха? Понял. Вырубим сейчас это дело. Ошибки нам эти не нужны. Так, пневматическая тормозная система. Убираем ее нафиг и просто полетели дальше. Где у нас пневматическая тормозная система? Где она? Вот, убираем ее нафиг. Нам и без нее как бы проблем хватает. О! Давай, 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 сейчас будем обгонять жестко. Да ёп моё! Да, тормозов, конечно, вообще не хватает мне. Я надеюсь, мне прямо? Да, мне прямо. Так, я, наверное, ставлю вот так вот навигатор, потому что... Мне нифига не видно. Но звук мотора просто бешеный. Я надеюсь, вам его слышно. Как он урчит, потому что это что-то с чем-то. Это вообще невероятный звук какой-то. Причем он прям настолько быстро эти обороты набирает. Шестиступка у нас коробка. Так, это наш поворот. Включаем поворотник. Я надеюсь, что сейчас мы выйдем на трассу и просто... Пау-пау-пау-пау! Просто полетел. Видите, насколько на нем легко обгонять? Это не фура, нифига. Я сейчас быстро здесь все пролечу. А едем мы... Сейчас покажу вам, куда. Мы едем в Тарбагатай. В Тарбагатай примерно там. В Тарбагатае примерно там. Да, должны нашу машину немного подержать и потом начать, я думаю, разбирать. Потому что новенькая газель, вы видите, в этих краях это не то, что прям совсем редкость, но их мало. На запчасти нашу. Давай, давай. Чё за пушка, чё за гонка? Тяжеловато на нем быстро переключаться, тем более шестую передачу очень непривычно ее втыкать. Прям с отстрелами, с перегазовками переключения жесткие. Ой-о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 й
Сейчас все будет. Давай, 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 поехали. Жесть просто. Вообще, дайте проехать мне. Давай, 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 топи вперед, давай. Давай, давай, ехай, ехай. 30, все, нет ограничений, сейчас. Давай, тормозим, 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 тормозим. Ничего не видно. Ах! Подвесочка мерседесовская, конечно, гасит все эти колебания. И ехать все равно очень тяжело.
Так, сейчас что, ЖД переезд будет, что ли? Походу, да, сейчас будет ЖДшечка. На ЖДшку мы никак не проскочим быстрее. Давай, 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 поехали, поехали. Ребята, что за трафик такой просто невыносимо плотный? Ну уже. Так. Да ё-моё, вы чё, угораете, что ли? Давай, давай, давай. Вы посмотрите, сколько несется просто жесть трафика. Ох! Фух. Понесло его. Я даже забываю переключать передачу от напряжения вот этого нервного. У него вообще первые передачи очень короткие, или потому что мотор очень быстро раскручивается, но... Да нормально, помещаемся. Давай, 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 давай. Так, что тут? Что тут на ЖДхе у нас происходит? Давай, давай, блин! Давай, поехал! Да давай! Мерседес! Ядрить, кудрить, поехали! Блин, он очень низкий. Я застрял на ЖД переезде, ребят. Так, что, только ходами, что ли? Не понимаю, как переехать мне. Давай! Ну же! Фух. Еле как. И видите, поезд сразу пошел. Мне реально повезло здесь. 140. 160. Жесть! Блин, я его вообще просто убил. Если бы там фуры не было на обочине, я бы обогнал по обочке. Там фура была на обочке прямо. Ну, давай, 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 давай. Да ё-моё, вы чё, угораете, что ли? Откуда вас столько? Да там мою газель сейчас разберут вообще. Фух, просто еле успел, я диарейщик прямо. Так, здесь уже по обочке, наверное, не пролезу я.
Тут вроде пролезаю, что ли, Обалдеть, просто в миллиметрах! Фух. Фух, это очень страшно. Это вообще страшно. Так. Давай, Брабус. 180. 190. Обалдеть просто. Обалдеть. Вот это я его раскочегарил. Обалдеть, ребят. Ну что делать? Придется эвакуатор вызывать мне или что? Я не доехал. А сколько хоть не доехал? Ну почти полдороги прошел. Реально, почти полдороги проехал. Это жестко было. Так, что делать-то? Что делать мне? Буду вызывать эвакуатор. И, возможно, я найду какую-то еще машину, которая сможет мне в этом деле помочь. В этом очень нелегком деле. Ребята, если вам понравилась серия, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами был Механик, и всем пока.